Здравствуйте, я Дмитрий Трофимов, а сегодня она будет пример словесной импровизации модальности. Опять же, об этом я говорил, как нужно рассказывать истории в видео, только что появилось выше, и сегодня я продемонстрирую на себе, как нужно применять истории, а именно, как нужно применять модальности в историях. Ну, давайте опять же возьмем какое-нибудь слово. Опять же, кто не понимает, что взять какое-то слово, о чем ты, Дмитрий? Видео только что появилось. Мастер одного слова по словесной импровизации. Вы можете пройти и посмотреть, что это за упражнение и почему в это упражнение можно вставлять модальности. Понеслась! Давайте не будем слишком заморачиваться и возьмем слово плитка. Плитка. Я, когда понял, что я могу танцевать парные танцы, я танцевал часто на танцполе, да, это где-то было помещение, и там очень удобный паркет. А потом внезапно пришло лето, как сейчас. И проблема заключалась в том, что летом мы чаще проводили время на улице, именно танцевали на улице, это называлось open air, или танцы на открытом воздухе, и часто это происходило на плитке. То есть мы танцевали на плитке. И если сравнивать, вот взять, например, танцпол с паркетом, там, где очень удобно поворачиваться, где можно делать разные движухи, и все это будет очень плавно и классно, то на плитке это было в 2-3 раза сложнее. То есть приходилось прям делать определенные усилия, чтобы каким-то образом можно было сделать какую-то фишулю в танцевании. Плитка забирала всю энергию. И вот я помню, как сейчас, это был именно первый танец, я взял партнершу, мы пошли танцевать, вышли на эту плитку, и я начинаю ее кружить в танце, я начинаю делать повороты. И в этот момент я чувствую, что я такое ощущение, что стал очень неповоротлив. И я вижу, что партнерша как-то легко двигается, но при этом в конце, когда мы уже потанцевали, она делала вот так. Я спрашиваю, ты устала? Она говорит, нет, давай еще. И я понял, что плитка действительно забирает много энергии, приходилось больше вкладываться в это. Ну, второй танец, уже третий, пошел более легко, особенно когда музыка тебя полностью захватывает, когда музыка очень классная, в этот момент чувствуешь себя великолепно, думаешь, что ты на все способен, и видишь, что партнерша где-то там уже летает без тебя, хотя ты ее пытался закрутить в самом начале, а потом она куда-то улетела сама. В любом случае, я понял, что да, вот это ощущение плитки, оно такое тяжелое. Я чувствую ногами, как я перемещаю, все тяжело. Я чувствую напряжение, я чувствую, что я трачу силы, но все равно не передать эти ощущения в танце. Я не смогу вам передать, я попробую описать. Но все равно, знаете, это захватывает. То есть, когда я танцую, меня это так захватывает, что мне пофигу, устал я или нет. Пофигу, что это плитка. Да? Пофигу, что я как-то неправильно повернулся. Главная музыка, которая меня зацепила. Это была история с модальностями. Вы помните, что когда вы рассказываете историю, как минимум две модальности нужно применить. В этой истории я применил две модальности, да? Я чувствую плитку ногами, я чувствую, что, ну, телом, да, я испытываю, что я трачу энергию, что я больше трачу силы на то, чтобы танцевать. И еще одна модальность — это то, что я испытываю внутри. Удовольствие, радость, кайф, либо наоборот мне тяжело, напряжение и так далее. То есть я продемонстрировал модальность, что я чувствую телом, что я чувствую внутри. Ну, опять же, также я смотрел и описывал партнершу, то есть, да, то, что я вижу, как крутится партнерша. 3-4 модальности применил я. В вашем случае хотя бы нужно применить в истории 2 модальности, и вы уже свою историю сделаете намного круче. Это очень важно. Также я напоминаю, ребята, что у меня есть мой канал YouTube, и вы сейчас его смотрите. Нажмите подписаться на этот канал, потому что благодаря этому я еще больше буду снимать видео. Если я вижу, что вы не подписываетесь на мой канал, а просто посмотрели видео и сказали, ну пойдет, давай следующее. Ну и вы не подписались. Так дело не пойдет. Не пойдет, ребята. Я не хочу больше снимать видео, вы же меня не мотивируете, поэтому подписывайтесь на канал «Мои пупсики». Напоминаю также, что у меня есть телеграм-канал и инстаграм у меня появился также. Вы можете посмотреть, что происходит у меня в инстаграме, и паблик у меня еще есть. На сегодня все. Пока-пока. Да, еще остановись и включи музыку громче. Все правильно. Серьезно, он остановился. Еще раз остановился. Тормозить.
Спасибо.